Этой осенью в Иванове ожидается большой спрос на мебель. Горожане получат к юбилею октября 3500 квартир, а новоселье – это и забота о новой мебели. Все самые трудоемкие работы на Ивановском мебельном комбинате поручены машинам. В юбилейном году здесь делается все для того, чтобы мебели было еще больше, и она нравилась всем покупателям. Теперь бригада из трех человек в 5 минут собирает полированный платяной шкаф отличного качества. Юбилейный, так назвали ивановские мебельщики гарнитур для двухкомнатной квартиры.